Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 15 октября. Память святых мучеников Сарвила и Вивеи. Святой Сарвил, живший в царствовании императора Траяна, 98-117 годы, был сначала идольским жрецом в Ведесе, а затем, наученный одним благочестивым христианским епископом, крестился вместе с сестрой своей Вивеей. Обвиненный перед князем Эдесским в исповедании христианской веры, он предстал на суд и был бит палками. Так как святой с великой силой изобличал князя и доказывал суетность языческих богов, то разъяренный князь до 7 раз приказывал поднимать его на дыбу. И каждый раз при этом его били воловьими жилами, строгали железными гребнями и палили свечами. Но святой обратился к Богу и молился, и Господь сил облегчал его болезни. Мучитель, видя доблестное терпение святого, приказал забивать ему гвозди в голову, чем привел всех в ужас. Тогда Вивея, сестра святого, исповедала, что и она христианка, и была подвергнута истязаниям и заключена в темницу. Со святого Сарвила была содрана кожа, и все-таки он еще дышал. Тогда им обоим были отсечены головы в начале 2 века. Верующий, взяв тела их, предали земле. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.